идея нам пришла по примеру другого заведения. В центре было антикафе, есть столица. Мы часто с друзьями туда ходили и захотели создать что-то вот именно для нашего Бузунхалх Учун, для наших ребят, потому что район тут такой, почти некуда ходить. Мне нравится та дружеская обстановка. За недолгое время все ребята, которые посещают Тортилью, очень сдружились, и мы уже стали действительно друзьями. И раньше я даже себе не могла представить того, что без этой компании моя жизнь будет не такой яркой и веселой. Это очень интересная игра, в которой каждый по-своему проявляет себя, пытается скрыть, кем он является, сыграть так, чтобы все подумали, что он мирный житель. Вот, самая интересная игра.